Всем здоров, с вами Сергей Пушков, и я обозреваю игру, которая называется Not for Broadcast, или, переводя на русский, не для трансляции, не для показа. В этой игре, да что ж вы все орете своим белым шумом, подожди, игра, стой, все, фух. Давайте я хотя бы с вами вам объясню, что это вообще за игра. Здесь мы будем сидеть за пультом управления телеканала и будем выбирать, что попадет в эфир, а что не попадет. Тут все наподобие, как бы Papers, Please, только вот с телевидением. Мы будем пропускать не людей, а вот всякие вот эти моментики в эфир. Да, нет? Давайте теперь я верну звуки, просто вот эти... Или даже вот так сделаем. А еще главное, что в этой демо, это демо-версия, всего лишь пролог, полная игра еще даже не вышла. Есть русский язык с субтитрами, это самое главное. Так что давайте нажмем новая игра, название игры. Какое название игры? Ра-да-та-та, английский я понял. New Game. Начать игру. О, какая веселая музычка заиграла. Вот видите, такой пульт управления. Нами будет управлять как марионетка. День один. Или день первый, внезапно. Вау, какой пульт управления. Тут можно тыкать, перетыкать. Рестатара, ту-ту-туру. Повернуться направо. Как? А, Д или стрелочка. Давайте я на стрелочку возьму. Телефон. Давайте я отвечу. Поднимай трубку. Ответить. Я нажимаю «Ответить». Левая кнопка мыши, ты меня за дурака держишь? Подожди. Вот сюда нажать. Дэвид, добрый день, вам поступил звонок, соединяю. Эй, дружище, это Дэйв. Знаю, тебе здесь просто надо прибраться. Но я немного задерживаюсь. В общем, сегодня за новости отвечаешь ты. Значит так, не переживай, это не так уж плохо, я могу совсем возорваться. Давай-ка я проведу для тебя небольшой тур по комнате вещания. Смотри, прямо... Перед тобой находится экран. Так, посмотри наверх. Эта полоса показывает количество зрителей, а вот нужно, чтобы зрители подключались, а не наоборот. Под ней находится экран. Что справа, это экран трансляции. Он показывает, что видят зрители. Он на пару секунд опаздывает от главного экрана, вот он посередине. Это то, что ты контролируешь. Смотри, слева находится 4 небольших экрана. Они показывают планы пиратов и студии, ты можешь выбирать, какие из них показывать с помощью кнопок микширования слева снизу. Не парься, я все объясню. Ты быстро все схватишь. Теперь посмотри налево. Стрелочка. Ого, эти переключатели отвечают за все студии. Я оставил их включенными, так что все должно работать. Нужно только главный переключатель дернуть. И все заработает. Когда включишь питание, вернись к экранам. Включить. Бабах. Как видишь, на экране трансляции идут титры передачи, которая закончилась. К счастью, они тянутся целую вечность, так что у меня куча времени объяснения. О, ладно, так они закончились, значит, скоро начнется эфир. Посмотри-ка быстренько под стол. В смысле под стол? Смотри, слева лишь от кассеты с рекламными роликами. Возьми... Какой возьми? И три вставь в проигрыватель справа. Когда закончишь, вернись к экранам. Так, Алан Джеймс, давай. Занимайся еженедельный салат и безумный Нил. Вернитесь. Скоро должен поступить сигнал из студии. В 1871-м шоу. Как это делать? Это очень быстро все происходит. Что? С какой студии? Может мне дернуть? Куда дергать, Дэйв? Когда получишь сигнал, выбери первый экран с помощью микшивания. Будет готово. Один. Ты же знаешь, что у меня от креветок сыпь. Да, я подумаю, это поможет увеличить просмотры. Каждый день. Суешь мне креветки, каждый день. Внимание, тебе здесь 10 секунд. Это покажет свою любовь. Пытаясь меня убить. Ты пока живой. Прямо эфир через 5, 4, пи-па-пу. Добрый вечер. С вами Джереми Дональдсон. Главная тема дня. Ладно, все нормально. Теперь нужно включить заставку на втором экране. Наверху будет отчет, но я тоже буду считать. Расслабься, дружище, все ништяк. Какую заставку? Ты шо? Как что такое заставка? Два, что ли? Что такое заставка? А, что такое заставка, дурень? Какая нафиг заставка? Цензура. Я тебя выключил. Это не заставка. А, помогите. Два, что ли? Надо было чуть позже. Теперь переключение на режим первой кнопки, когда сфера посередине уменьшится и исчезнет. Это что такое? А, вообще, я понял.
А, все, извините, извините, друзья, товарищи, я не понял. Все, я понял. А теперь я реально понял. Тут пока происходит всякая бредятина. Я пока сделаю вот так потише. Что это тут за Wi-Fi сигнал? National Nightly News. With Jeremy Donaldson. Готовься переключать на первый экран. Супер. Итак, прогресс уверенно побеждает. Слушай, дружище, у нас тут периодически бывают помехи по вечерам. Так что поглядывай на экран внизу. Белую точку можно двигать. Чтобы не касалось помех с помощью бегунка. Я тебя понял. А я понял, это вообще из-за тут мини-игры жесткие. А при чем тут? А, еще колесико есть. А, ну конечно колесико. Конечно колесико. Все, идет как по маслу. Осталось включить рекламу в конце. Постарайся включать не слишком рано, а то нас уволят. Часы. Наверху показывают, сколько осталось времени. Когда увидишь ноль, нажимай одну из трех реклам справа. Обычно в первый перерыв я врубаю первую, ну и так далее. Ну и вообще можно включить любую. Короче, я тебе, да, лучше все равно поглядывать на часы. Так, я готов нажимать. Готов. 4, 3, да, 1. Реклама. Так, я Алан Джеймс, это не фильм. Так, пока тут Джереми что-то рассказывает, мне нужно что-то сделать. Дэйв, говори, что делать. Меня пугает. Так, ага, мы тебя любим, у него тут девки есть. Все, новый сигнал. Супер, вот и первый рекламный перерыв. У тебя хорошо получается, но сейчас будет чуть сложнее. Сейчас будет блок, в котором гостей будут снимать несколько камер, так что нужно выбирать подходящие ракурсы. Можешь сделать это так, как считаешь нужным. Но есть пара правил. Первое, стараюсь показывать того, кто говорит на говорящем. Второе. Не задерживай план дольше, чем на 10 секунд. Серьезно. Например, если ты показ говорящего, переключись на что-нибудь реакцию с крупным планом. Так будет интереснее. Третье. Старайся не задерживать на крупных планах не длиннее 3 секунд. Что это вообще такое за правило? Зрители хотят видеть все, понимаешь? Придерживайся этих правил, и все получится. Это не так сложно. Кажется, ты же иногда смотришь передачу по телеку, да? Вот и делай как в них. Можешь выбрать первый экран. Не обязательно ждать начала. Эфира лучше выбрать заранее. Я выбрал. Так, вообще жесть какая-то. По-моему, за вот это все должны отвечать несколько человек, а не я. По-моему, должен быть там режиссер, оператор, вещальщик. Но не один же человек, не... Так, заставка хоть сама пошла. Так, добро пожаловать. Так, я готов нажимать. Переключись на Меган, четвертый экран. Меган? Так, больше 10 секунд не задерживаться, да? Третий экран. А когда она скажет его имя? Спасибо, что пришли. О, дорогая, поверьте, что бы могло порадовать меня, так как участие в вашем шоу. Теперь второй экран, общий вид. Так, первый ушел. Постарайся показать тех, кто говорит. Я понял. The medicated. Так. Так, тихо, я вообще не успеваю. В конце съемок Питер Дженсен, режиссер. Скажи реакцию Меган. Отлично, а теперь опять Бландер Гетчу. Как там его? Бланкер Буч, короче. Так, и на 10 секунд не задерживать. Так. Вау, вот это реакция. Я действительно так думал. Так, ого, это потрясающе. Можно ли сказать, что персонаж, которого вы играете, связан с наукой? Так и есть. Он ученый. Сложно ли было вжиться в роль? Что вы намекаете? Ну, вообще-то да. Так, ну, вообще-то да, парень, что наш отличался от моего. Так, реакция ее. Раз, два, три. Так, сержант Брокман, Человека-пуля. Так, второй план. Вот это да, реакция ее, конечно, вот смотрим на реакцию его. Теперь он рассказывает какую-то всякую рассказню. Теперь на второй общий план. Общий план, но это не самое главное, правда?
Так, теперь ее реакция за лучшую роль мне не изменяет эту память. Спасибо, что вспомнили. Так, ее реакция. Теперь его план. Так, теперь рядом с остальными, наверное. Ага, если вы играете не для наград. Общий план, что вами движет? Теперь вот так вот. И не самый простой. Так, совсем как вы. Опа, ее реакция. Если порежусь, пойдет кровь, ага, будет больно. Верно? Отвечай. Будет ведь раны, жертвы, страдания. Так, рады ради зрителей. В конце концов, я ценю это так, имеет значение. Ради людей, которые вдохновлялись, главное, помехов еще нет. Помехов. Что я говорю, помехов? Так, сделать мир лучше, ее реакция. Опа, она говорит. Как раз таки измениться, и теперь нас всех ждет немного перемен. Что вы думаете о результатах выборов? И теперь его ответ. Вот это хороший вопрос. Это исторический момент, действительно. Ее реакция? Так, это сложно сказать так сразу, но я... Думаю, я всегда придерживаюсь оппозиции, что дела политических... Самое важное, что... Так, ее реакция, самое важное, это... Опа, он руганулся, вы очень переживай. Вот опять, паникуй, я цензурирую. Перерыве. Я понял, мне еще надо пикалки вставлять. Так, на первом экране теперь нажмем. Ай-яй-яй. На экране будет отчет, пока Меган... Но Меган будет понятно, как начинать. Так. Так. Так, мне надо... Что? Что это вообще такое? Крутись. Так. А, хорошо, что мы прервались. Угроза помех, дружище. Она тут начинает материться, и он начинает материться. Доктор, не понимаю. Это фильма. Бландергейдж бесится в студии. Хотелось бы услышать, что сейчас говорит, не переключай на него. Послушать можно потом. Когда эфир закончится, мы все записываем. Так. Тихо, вот тут еще какие-то поцелуи. Нет, Лэнс, мы не должны. Я ловлю пока эти помехи. Так, тихо, антивирус, я очень рад, конечно же. О, все, он не убил. Это еще на повторе, это вообще можно реально моментики. Все, все сигналы пропали, быстро опускайся. Доктор Хемлок. Тихо, доктор Хемлок, тихо, стой, доктор Хемлок. Так, это еще будет длиться 50 секунд, я тебя понял. Так, доктор, я тонул, кричала ты. Посмотрите на это. Слишком поздно. Посмотрите, что это. Не, я этого не буду озвучивать. Какая-то бредятина. Я пока ловлю помехи. Ну, в смысле, я наоборот от них убегаю. Так, это, конечно, да. Это, конечно, творит чудеса бесплодия. Ага. Это лекарство? К чему? Это ключ ко всему. Да что это за ромбики такие? В конце отрывка надо будет включить еще. Не забудь поглядывать на отсчет времени сверху. Вижу, 20 секунд. А если что, я могу нажать... Я так понял, я должен нажать, когда там будет одна секунда, две, одна. Ой, я вот вижу, вот сейчас помехи. Так, 9. Все, я готов. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, давай объясню, как заглушать нецензурщину. Смотри, экран, который передает трансляцию, секунды на 2 опаздывает от главного экрана. Когда кто-то скажет нехорошее слово, зажжется кнопка цензуры. Вот так, через 2 секунды ты услышишь это слово, и в эфире нужно будет зажать кнопку цензуры или пробел. А, пробел, о, пока это слово кто-то говорит. И слушать две дорожки непросто, но ты потренируешься. У тебя все получится, не переживай. А если не понимаешь, когда нужно заглушать, над кнопкой будет видно звуковую дорожку. Все, что нужно... Это зажать кнопку, пока на красной линии красный свет. Вот и все. Но если смотреть, то придется отвлечься. Настоящие профессионалы делают все на слух. Он не мог повысить громкость экрана трансляции. Главное, чтобы он не заглушал главный экран. Попробуй. Я понял. Чем выше бегунок, чем громче реклама. Хорошо. Цензуре все готово. Как я и говорил, нужно немного практики. Но с моей помощью у тебя проблем не будет. Помни, когда кнопка загорится, считай 1, 2 и нажимай.
Выбери первый экран заранее, если сигнал уже идет. Лучше, а то будет поздно. Экран можно переключать клавиши. А, я могу от 1 до 4. О. 5, 4, 3. Так, 5, 4, 3. А, у меня тут еще. И снова здравствуйте. Мы начинаем прямую трансляцию, что в квартире прогресса. Лидеры партии готовы обратиться с речью. Так, переключи на внестудийное вещание. Да он бухой. Готовься заглушать. А, он реально подвыпивший. С чего мне начинать? Как мы говорили, мы не справимся. Так. Так, что там? Тихо. Тихо. Опа. Заглушилось немного больше, чем надо. Опа. Найс. Так, я, короче, живу. А когда будет все вместе, то вообще страх. Опа. Идеально. Питера, что он рад победе. Всю компанию вы слышали. Что прогресс — это не политическая партия. Точно. Партия нужна народу, когда в стране все хорошо, тут все у него реакция. Людям нужна не партия, людям нужна команда. Вот это все понятно. The команда, мы уже такое когда-то слышали. Так, вот тут пока нету матюков. Так, что он говорит? Общий план. Его реакция, он смотрит. Так, кроме богачей на улице. Так, сейчас какие-то будут матюки. Так, ост, сраные штаны. Опа. Жестко сказано, но так и есть. Перед началом речи мы используем наши полномочия, чтобы принять закон о капитале и собственности. При содействии налоговой службы составили список всех людей в стране, у которых на счету больше миллиона. Вы знаете, о ком мы. А может и нет, потому что такие люди, как мы с вами, не приветствуются в их охраняемых резиденциях. Завтра мы внесем на рассмотрение реформу, которая изменит систему налогов. Хватит прятать деньги в офшорах. Нет целевым входом и двойным бухгалтерием. Его реакция. Мы хотим простых и понятных налоговых законов. Тихо. Вам. Тихо. Опа. Убрать нужно только ругательство. Я извиняюсь. Я, может, он ругался 3 раза за 5 лет. Внимание на говорящего. Я, да, понял. Так. Но сначала выложите денежки. Вы за все заплатите. Так, прогресс. Так, конфликтующих людей в одну команду. Выделим средства. Ну, короче, партия, блин, балаболов. Умники говорят, что это для нужны. Но когда мы вернем то, что как наши, вы поймете, что они несут. Сейчас будет херню. Вот это уже, вот это цензурная машина. Вот так и у меня в группе работает. Опа, и заглушение. Найс. Так, что он там несет? Так, опа. Никогда, никогда не говорите такие слова, как этот говорит. Это очень плохо. Так. 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 Так, 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 так. Понятно, все понятно. Да, он такой говорящий, что из них вообще говорящий не очень. Так, опять говорящий. Я просто готов жать на пробел. Помехи пошли. Атаки, дудос, дудос. Дудос, 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 дудос. Дудос. Тихо, все. Дудос. По правому курсу дудос. Приносим извинения на цензуру. Они должны были быть вовремя заглушены. Если их было слышно, мы с этим разберемся. Сам я с тобой разберусь, слышишь? Что ж, страна свыкается на новом правительстве. На этом у нас все. С вами были вечерние новости. Мы с вами вернемся завтра с новостями. О первом дне прогресса у власти. Я понял, готов к рекламу. Я Джейми Риджин Дональдсон. Хорошего вечера. Снято, отлично поработали. У тебя все получилось, спасибо за помощь. Паром отчаливает. Вряд ли я когда-нибудь вернусь. Работа теперь твоя. Удачи. Не нарвись, эфир завершен. 75 повтор, оценка блока Б. О, на Б в первый раз работали, это хорошо.
выйдет в январе. Меня я оглох. Ай-яй-яй, белый шелк. На меня что-то капает. Алан Джеймс прав. Мы работаем, не покладая рук, стараясь справиться с огромным потоком дел. Возвращением к тем временам, когда можно было спокойно гулять ночью по улицам, заглядывать в окна соседей и чувствовать себя в безопасности. На меня сейчас точно упала капля. И что? Опа, пощечина. Опа, пощечина. Я Гэри Кулак, а ты всего лишь грустная малявка с отцами-геями. Тони, сиська дрожь. Что? Кого? Я сам прекрасно могу. Ах ты. У меня сейчас микрофон шибанул током. Спасибо нашим гостям. Поздравляем всех победителей финала по спортсборду. У меня же... Выбери линию. Улучшай студию. Преследуй музыку. Ай! Хренов микрофон меня током ударил. Херня тупая, током шибанула. Где звуковик? Не для трансляции. Январь 2020. Мощно, я вам скажу. Реально мощно. Что это? Куда вы? На сайт, вы ничего не видели, я обрезал. Вы представляете, сказать мне, мне очень понравилось вот это хитство. В общем, я, наверное, буду эту игру проходить, тем более, если она 2020-го, а если есть январь 2020-го, не вышла в январе 2020-го. Ну, в общем, будем ее с вами ждать. Ну и мы будем с вами на этом заканчивать наш обзор. С вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Покупайте во все группы в социальных сетях. Подписывайтесь на Инстаграм и на Стим. Куратор, будьте в курсе игрового мира. И покупайте в наш сервер Дискорд. Все ссылки в описании. Ну а с вами был Сергей Пушков. Всем пока-пока.